это в нормальном состоянии звонил, по крайней мере, в нормальном состоянии. Ну, а люди пострадали серьезно там? Понятия не имею. Я не видел, честно говорю. Я приехал. Ну, а товарищ ваш тоже? Уже все свершилось. А товарищ мне позвонил, сказал, где я приехал. Все. Ну, позвонил, значит, жив-здоров. Да, позвонил, значит, живо это радует. Мне сказали, сильно пьяный был водитель в Чили. На китайца, да. Вообще на ногах не стоял. Ой, судя по всему, что-то, потому что на боку лежал и ногу заворачивал. Ну, ясно. Говорят, что обочину поймал и выскочил на встречку и взяла как раз в упасть. Не надо было таранить? Да, вот не надо было так улететь. А. Я не знаю, мне как. Мне мама ехала с работы с вечера и сказала, как они подвезли знакомого своего, и он как в школе еще учится. Он сказал, что здесь два ланоса и две газельки перевернулись. Вот я ж сел на велосипед и быстро туда, с Новороссийской, поехал. Видя по ситуации, здесь только они. Правильно. А кто ж откуда ехал, я никак не пойму. Не знаешь? Может, ЗИЛ оттуда выезжал, и это на всей скорости его поранило, хотя бы не перевернулся. Спасибо. Как тебя зовут-то? Саша. Ее, наверное, а чтобы так опыт сорвало, ее должно было в ту сторону нести, а не в эту. Тут потрескался бампер задний, и второе, да, колесо, смотрю, поломано. А ну, чтобы вот здесь так шина слетела, она его должна была в ту сторону так нести. И опыт, он как титановый, он так откуда лопнуть не должен. А что, не должен был опыт? Ну да, он титановый. Это или титан, или карбон.